сервером. Это первое видео из рубрики по серверу Rolling Game в GTA 5. Сервер разрабатывается на мультиплеере Fireborn. Сервер будет иметь жанр РП, то есть будут всем привычные работы, фракции, возможность покупки бизнесов, возможность покупки домов, машин. Также будут добавлены миссии сюжетные для представителей криминальных семей, для представителей госорганизаций. Ну а также будет функционал для обычного гражданского человека. В этом видео, в первом, я хотел бы вам показать систему регистрации, а если быть точным, то персонализации персонажа. Благодаря точной настройке и возможностям GTA 5 вы можете при старте игры на сервере создать совершенно уникального персонажа, то есть выбрать ему в индивидуальности, выбрать ему родителей, на кого будет похож ваш персонаж. С помощью редактора лица вы можете выбрать и настроить такие параметры, как брови, нос, уши, губы, цвет глаз и так далее, и так далее. Ну и также волосы, выбрать прическу, цвет волос, выбрать растительность на лице. Давайте попробуем сделать какого-нибудь персонажа. Как вы видите, меню полностью все на русском. Внизу есть подсказка. Вот, индивидуальность — это выбор матери и отца, оттенка кожи и пола. Нажимаем клавишу Enter. Как вы видите, здесь есть параметр мама-папа. Соответственно, при его изменении меняются внешние черты лица. Также здесь можно выбрать цвет кожи. Ну и, соответственно, пол — мужчина или женщина. Давайте возьмем по маме 20-й, такой более бум, немножко негритосом. По отцу давайте возьмем где-то вот так. В подсказках написано, что иногда изменения могут быть заметны лишь после редактирования формы лица. То есть, к примеру, если мы по отцу сейчас меняем, мы как бы не видим явных изменений. Ну, давайте, не знаю, поставим 10 и потом посмотрим в редакторе лица, что же у нас поменяется. Для того, чтобы вернуться в предыдущее меню, то есть там, где создание внешности, нажимаем клавишу Backspace. Выбираем редактор лица, какой у нас лупоглазый получился. Так, форма лица, цвет глаз. Давайте цвет глаз выберем. Для того, чтобы начать изменения, просто с помощью клавиш вверх-вниз опускаемся на бегунок нижний. Этот бегунок у нас отвечает за сам цвет, то есть глаза, цвет глаз, я так понятно, что это только цвет глаз, то есть больше ничего не меняет. Ну, давайте, как вы видите, вон глаза меняются, цвет глаз вот оранжевый какой-то, или это, наверное, карый, не знаю, вот. Давайте сделаем вот такого мистера дебилушку с розовыми глазами. Дальше давайте нос, ширина носа. Соответственно, отпускаемся на бегунок. Влево-вправо можно нос изменять. Вот сделать вот такой, как картошкой здоровой. Или вот такой вот маленький. Давайте вот такой вот маленький сделаем. Также нос, высота, длина. То есть здесь все подписано. В принципе, я думаю, не должно вызвать какие-то проблемы. Челюсть, лицо, подбородок. Очень, то есть здесь очень много, вот, толщина шеи. Давайте сделаем такой какой-то второй подбородок, чтобы у него такой был. Вот так. Возвращаемся к предыдущему. Ну, то есть, в принципе, при желании, если кто-то это очень любит, то действительно можно зайти и создать уникального персонажа, вплоть до того, чтобы там были какие-нибудь ямки на лице, там прыщи, там, я не знаю, что там еще можно. То есть все подписано, все красиво, все можно разобраться, если как бы почитать и посидеть. Так, переходим к пункту волосы и прочее. Значит, сейчас здесь идут пятна, волосы на лице. Вот, волосы на лице — это у нас борода и усы. Ну, там дальше комментарий от разработчика. Давайте, значит, первый бегунок у нас выбирает. Это получается, как я понял, усы или бородка. Вот борода, можно бороду сделать. Давайте такие возьмем французские усики. Нижняя. Ага, это настройка прозрачности. То есть, видите, вы можете сделать, чтобы как было легенькие усики такие, или такие вот заросшие такие мужские. Давайте возьму такие мужские усики. И здесь, соответственно, последний бегунок — это цвет усиков. Ну, мне кажется, надо сделать вот такой вот. Вот такой. Такой
усики, пропуск в трусики. Вот такие вот мы возьмем, такие белые. Сами будем черные, а усики возьмем белые. Поднимаемся на самую верхнюю позицию и смотрим дальше. Можно брови, эффект старения, то есть это, грубо говоря, морщины. Соответственно, как видите, вот морщины добавляются. То есть можно выбрать там вот такой вообще старый дядька. Здесь выбирается их прозрачность, опять же, то есть, чтобы они были более четче, более размытей. Ну и здесь выбирается, ага, они становятся еще такие более белые, как совсем-совсем морщины. Ладно, я думаю, на пате таких. Макияж, я думаю, нет, я думаю, макияж мы брать не будем. Мы же все-таки как бы не будем из него делать гомосексуалиста. Сделаем нормального мужчину с усиками такого в возрасте. Румянец нам тоже не нужен. Цвет лица. Ожоги. Может какой-нибудь ожог где-то поставить. Ну, ага. Такая порепанная кожа такая. Ладно, не будем делать ожог. Все-таки мы же красивый мужчина будем. Так, родинки и веснушки. Да, давайте вот такой красивый, обкиданный веснушками. Волосы на груди, к сожалению, этого параметра здесь не видно. Возможно, это мы еще доработаем. Это просто тестовая версия эдитора. Практически завершенная, но тестовая. Хотя, в принципе, я считаю, что волосы на груди не обязательно выбирать. Но, может, кому-то будет круто, и кто-то захочет это сделать. Давайте волосы... Вот волосы, это круто, ага, вот, идет стандартная прическа здесь получается в первом положении, здесь отрисовка текстур, то есть, чтобы они там были, как переливались немного там беловатым цветом там и так далее, ну и соответственно здесь идет настройка цвета, то есть, какие вы хотите, вот я считаю такой вот неплохой мужчинка у нас получается, давайте теперь пятна было, волосы на лице было, вот, все было, было, было. Для того, чтобы вернуться в основное меню, опять же, напоминаю, нажимаем клавишу Backspace, выбираем сохранить, видим подсказку, что закончить редактирование и сохранить результат. Внимание! Это раз и навсегда. Я помимо подсказки обращу на это внимание еще раз. Персонажа, которого вы создаете в самом начале, вы потом лицо, цвет кожи, там разрез глаз, цвет глаз, там нос задратый или не задратый, большой, небольшой, больше, дальше в игре вы это поменять не сможете. Поэтому, если вы хотите сделать действительно уникального персонажа, не поленитесь, потратьте время, при регистрации сразу красиво все сделайте и после этого наслаждайтесь игрой. Во время игры, понятное дело, вы сможете без проблем менять одежду, покупать аксессуары, очки, шляпы. То есть мы постараемся сделать большой красивый в этом плане функционал. В следующем видео я, возможно, вам покажу дальнейшие части регистрации. А именно это выбор, надо будет указать ваше имя, фамилию. Также покажу вам свод правил, которые будут выводиться при регистрации. Уже готовы такие работы, как эвакуатор, грузчик в порту, доступны работы дальнобойщика. И также разрабатывается еще пару работ на будущее. Ну, пока это оставим в тайне. Мы надеемся, что этот проект будет пользоваться успехом. Мы первые и единственные русский сервер, тем более в плане РП. В данном мультиплеере. Я думаю, будет интересно и круто, поэтому подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, также оставляйте свои комментарии или пожелания, следите за разработкой. Чуть позже будет выложено вики, где вы сможете на вики почитать, что как работает и что будет, что планируется. Оставайтесь с нами, будет весело. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.